центральную городскую площадь, юбилейная, стекает абсолютно весь город. Причем на самой площади было не более 500 человек, так скажем, зрителей, а основная масса участников 1 мая и в счет шоу уже на 1000 человек проходила в колоннах по улицам города. Затем мимо трибуны, на которой стояли представители местной власти, после чего рассеивалась по площади, или люди уходили в офис. Были колонны чиновников двух администраций города и района, детских садов, школ, училищ, железнодорожников и других. Трибуны людей приветствовали глава города Александр Заика и мэр Тайшетского района Виталий Кириченко, который поздравляли города.